Привет, мои дорогие подписчики! Я вас приветствую у себя на канале Мир Биткоина. И сегодня хочу вам напомнить о проекте под названием Native Video Box. Как вы видите, мы сейчас находимся непосредственно на официальном сайте данной компании. И напоминаю, что токен Sale заканчивается 29 апреля. Поэтому у вас есть ровно 3 дня и 4 часа для того, чтобы приобрести ваши желаемые токены NV Box. В принципе, напоминаю, что Native Video Box — это децентрализованная платформа для распространения видео, которая использует собственную видеорекламу, которая основана на многоуровневой блокчейн-системе и, в принципе, глубоком компьютерном обучении. Компания изобрела обнаружение контента, чтобы помочь людям открыть для себя видео, которое им понравится. Давайте сегодня рассмотрим с вами очень интересную статью в медиа непосредственно о типах Native Video Box. В принципе, существует два типа рекламных ресурсов. Это предварительные ролики, потоки, то есть короткие объявления, которые показаны перед видеоконтентом. И, в принципе, второе — это родное видео, когда рекламодатель платит за показ видео, как, в принципе, спонсирует, и, в принципе, чтобы рекламировать далее, в принципе, этот контент, то есть продукт рекламодателя. Оба типа рекламы продаются через программную рекламную службу. И так Native Video Box гарантирует высокое качество контента, как рекламодатели, так и влоги, в принципе, в своей экосистеме должны предоставлять контент, то есть соответствующей редакционной политике Native Video Box. Вот перед вами, несомненно, в принципе, показаны картинки, видео, вот. Их также можно будет посмотреть. В принципе, пример использования — это пользователь посещает страницу веб-сайта из сети NVB, например, о туризме во Флориде. Как вы видите, на первой картинке изображено такое, в принципе, изображение. Также второе, нам нужен набор наиболее релевантных видео с базы видео Native Video Box, чтобы показать их в виде эскизов. И третье, в принципе, это используя систему алгоритмов машинного обучения, вы, в принципе, автоматически выбираете этот набор, как же они показаны в данном блоге. Посетитель страницы указан, в принципе, в странице первой. Четвертый, в принципе, это посетитель нажимает на изображение миниатюры интересного видео и широко раскрывается. Но перед самим видео посетитель видит рекламное объявление длиной до 15 секунд. Также доходы от рекламы доступны для веб-мастеров, это 60%, правых владельцев 15% и платформы 25%. Все, в принципе, с данной платформой будет очень просто. Давайте вернемся на официальный сайт. Хочу вам сказать, что уже, в принципе, продано 43% от общего количества выделенных токенов. Это является довольно-таки хорошим показателем. Хардкап составляет, в принципе, у нас 15 миллионов долларов. Также можно, в принципе, приобрести ваши токены, нажав простую клавишу Get Tokens и присоединиться, в принципе, к социальным сетям. Данная компания, она очень многогранна. В принципе, есть и Telegram, Twitter, Medium, YouTube. Все, в принципе, всесторонние развитые социальные сети, которые либо только есть. Как вы видите, в принципе, индустрия видеороликов, индустрия, в принципе, фотопотоков очень сейчас стала популярной. И данная компания стремится для того, чтобы действительно сделать все только лишь лучше, вот, в принципе, с данным проектом. И я думаю, что множество существует преимуществ у данного проекта, благодаря которому можно доверять. Также можно, в принципе, думать, что в будущем он будет только лишь усовершенствоваться и становиться лучше, потому как на данном этапе уже довольно-таки множество сил вложено в данный проект. Действительно, проект заслуживает большого внимания и изучения. Конечно же, изучение вы можете получить непосредственно в технической документации. Вот, я также ссылку оставлю в описании. Англоязычно, по содержанию можно понять тот или иной вопрос, который вас интересует, и, в принципе, более детально остановиться. Техническая документация довольно-таки большая, состоит из 53 страниц.
Вот, по графикам, по таблицам все здесь, в принципе, понятно. Я не буду на этом заострять внимание. Вы также сможете зайти самостоятельно ознакомиться для того, чтобы понять всю суть данного проекта. Конечно же, у вас, в принципе, можно сказать, осталось мало времени, но, в принципе, еще возможно приобрести токены, возможно, еще успеть ознакомиться с проектом и, конечно же, приобрести ваши токены, которые будут касаться непременно компании Native Video Box. Что ж, изучайте проект, кто не успел это сделать. В принципе, кто уже изучил проект, но отложил, в принципе, время на то, чтобы приобрести их позже, то сейчас как раз именно тот шанс, когда остается время для того, чтобы сделать все ваши решения обдуманными, только лишь на свой страх и риск, и, в принципе, по своему желанию же приобретать или же нет токены данной компании. Спасибо, что были со мной. С вами был Мир Биткоина. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в группе Telegram, которую видите перед собой. Ссылку я также оставлю в описании. Также пишите на ANN-ветку и, конечно же, мне под этим видео. Всем хорошего дня и вечера. Всем пока.